Love is a temple. Всем привет, меня зовут Ика, и в прошлом году это видео взорвало мой канал, и благодаря нему я имею сейчас то, что имею. Как вы догадались по названию, это видео про летние напитки. Учитывая прошлогоднее видео, я не могла не сделать такое же в этом году. Я подобрала для вас новые рецепты, более улетные, более крутые, простые и интересные. Поэтому я очень рассчитываю на то, что тебе понравится это видео. Поэтому обязательно подпишись на мой канал, поставь палец вверх под этим видео. Также не забывай смотреть прошлогоднее видео, ссылка будет в описании. И не забывай подписываться на мои социальные сети. Добавляйся и давайте вместе пообщаемся. Ну а пока давайте начнем. А для этого рецепта нам понадобится сок по выбору, а также в оригинальном рецепте семена чиа, но нашим аналогом являются семена льна, которые выращивают у нас, они такие же по свойствам, но гораздо дешевле, а также вода. 4 столовые ложки семени льна я заливаю теплой водой и оставляю на сутки, чтобы семя льна превратилось в такую более гелеобразную форму. И все, на утро я заливаю соком, и наш рецепт готов. Это очень вкусно, а главное, безумно полезно. А сейчас перейдем к самому, на мой взгляд, вкусному рецепту. Для этого нам понадобится клюквенный, либо же гранатовый сок, цедра лимона, а также лимонный сок, лимонад и мед. И, конечно же, вода. Сначала я смешиваю все ингредиенты, как вы это видите на видео, и получается на самом деле безумно вкусно. Это просто офигенный летний, охлаждающий и очень крутой рецепт. Лимонад вы можете заменить другим видом сока, либо же просто добавить больше именно лимонного сока, а не лимонада. И получается очень вкусно, и это очень круто. Последний рецепт тоже очень полезный, это детокс напиток, и для него нам понадобится корица, куда же без нее, яблоко, также мед и лимонад, но его лучше заменить лимонным соком. Сначала мы наливаем воду, а затем смешиваем все ингредиенты так, как это показано на видео. Не забываем добавить побольше корицы. Это очень прикольная штука, которая помогает для детокса в том числе. И мне очень нравится этот рецепт. Он прикольный, интересный и выглядит тоже очень даже красиво. Ну что ж, я очень надеюсь, что тебе понравилось это видео, так что поставь палец вверх, подпишись на мой канал, напиши в комментах, как тебе это видео и какой напиток тебе понравился больше всего. Люблю вас всех, сияйте, увидимся совсем скоро, пока!